клавиатуру. То есть клавиатура об голову. Ему пишут, купи сет. Голову в клавиатуру было бы лучше. Горку об клавиатуру, что? Сломать голову о клавиатуре, это надо уметь. Ну, это талант. Мне кажется, даже если углом по голове 7, не получится. Дазл или цем? Дазл. Саямка. Саемка не нужен. А давайте я не буду принимать. Ой, я больше не в лоу приору. Не знаю, я на Саемке, кстати, тащил. Ну, у них тоже... Да у них тоже диван! Так, мне, наверное, надо чуть не... микрофон, кстати, сбавить в этой программулинке. Сейчас попробуем. Блин, у них тоже тренер, это неправильно. Это другой уровень игры, наверняка там чуваки с менеджером играют. Ну, попробуем вот так. С кем попадаем? Нави, мы такие... И на минус. И они такие, и выебали их, они такие, сразу в Семи Про. GG Disband. Отличный батл не состоится. Да у них диван походу того. Забукрутил и вышел. У них тренер не смог, да. Он такой, блядь, да это же эти фастфигеры. Не, не будем играть с ними, они слишком сильные. Я считаю, что у нас надо, короче, Секфер заменить на Намиду, потому что он чаще играет в команде. И начинать уже гонять про игры. Чтобы у всех горело? Целы. Да. А, кстати, на самом деле я поиграл на фастфигеры. Я тоже, я подрафтил. Я поиграл на Сэме, ага. Я поиграл на рандоме вообще. Я поиграл на Старлатте. А-за-за. Да не, у вас неплохо получилось, в принципе. Кстати, да. Я, правда, не знаю, что вы антимага не брали в последней игре. Да мы хотели, короче. Select coaches to listen to. Я могу не слушать Горку. Ах ты ж бич. Выберите, короче, других, смотрите, студентов, чтобы слушать их. А что я буду делать, если я сделаю студентов? Перспективные... А, я могу переключаться между ними. Ой, я могу видеть, как вы... Офигеть, я могу смотреть, как вы кликаете. Бля, ну вот, мид занят. Сейчас, как кликает Секфер? Ой, точнее нет. Пробнадзор. Как я кликаю? Я пока никак не кликаю. Посмотри, как я пикаю. Дум? Не хочу Дум. Не, погоди, что такое перспектив? Горди, посмотри, как пикаю я. Значит, я хотел бы влез, но можно влез? Сука, а видишь, не кликай, блядь! Не кликай на монитор мне, пидор! Ой, нихуя себе. Ты не тоже кликаешь, пидор? Ты все сразу кликаешь, пидор? Хватит кликать. Могу взять SF в сейфлейн. Я херней страдаю. Против них, если мне не нужен кто-то ранжевой. Могу взять снайпера? У меня все равно будет. Можешь на террорблейде поиграть? Нет. Смотрите, сейчас я снайпер беру, короче. Короче, смотрите, у них Бристл. Бристл легко закатывает. Нахуй, кого взять? Так, Глеб, ты в оффлейне. С каких таких? Ты мейн-керри снайпер или ты мид-снайпер? Я в лес. Керри снайпер. И куда мне переться, блядь, что мне там делать? Ты не говоришь, что за некролита или за вот этого вот. Почему нет? Отвратительный джанглер. Ну, как бы, смотри сам. Играть на террор-блэйди, что можешь, блин, Гемини брать быстрее, чем этот. Так, я, короче, крипов стоплю, а вы это... Руны контролите. Тренер, скажите, что мне покупать и как вообще играть? Блин, бесит этот курсор, короче, выбегающий. Глеб, зачем ты использовал на старте скилл с кулдауном 2 минуты? Сука, ну идиот. Минуту стоять на лайне, как дебил. Окей. Чтобы не взять килл случайно. Блядь. Ладно, похуй. На мид, короче, все очень просто. Ну, короче, взял, мы контрим керри своими керри. У нас 4 керри, бля, у них. Я огромный, сука, смотрите, сука, осторожнее. Но у них 3, у нас 4. С арканой. С арканой. С аркан бутсами на старте. С аркан бутсы. Я не умный, не купил бутылку на старте, поэтому я лох. Как ты закрутил по фразу? Бутылка на старте, в принципе, не столь важна. Вернее, она не нужна. Мне главное следующим этим предметом все привести. Руны, урны. Где волки на рунах?
И оп, оп, и монопола нету. Бля, Ферк, чё качать террорблейды? Ешку Макси. И Вэшку вторым. Если против тебя совсем плохой лайн, то можешь Кьюшку брать. Можно первую. Не, ну, можно первую, первую. Не стоит. Первую надо единичку прокачать и все. Ускорение надо кому? Бери, бери. Можешь, сможешь в медиа килл сделать с ней. Можешь посидеть с намидом немного, потом вы, может, там организуете килл какой-нибудь. Там луна, господи. Что она может? Она может давать люсен бима, да, я играл в прошлый раз. У нее очень низкий рейндж, ты можешь ее спокойно харасить. В свое удовольствие. Против меня варлок. Короче, все очень просто, ты можешь его убивать. Алик, там Бристл за тобой идут. Там, да, кстати, да, Глеб. Ты понимаешь, о чем я. Ой-ой-ой-ой, Аурик ФБ отдал. А, нет? Нет. Мне кажется, что это. Ты убил Вингу? Аурик, нахуй ты ФБ не отдал, а забрал его. Че это такое? Блять. Я тоже что-то не понял. Ну я, да, у меня была ускорелка, вот здесь вот проблема. Была Винга. Я ее брал, брал и убил. Все, история закончилась. Пеп, ты можешь любого из них убить, на самом деле. Я понимаю. Я, это будет регион к первой, потому что он охуевший. Кстати, нет. Здорово, Бристл. Как оно? Yes. Ты банку качаешь? Как оно? Как она, блядь? Только башка интересная. Это ж сет новый. А, он там такой. Блядь. Генуй. Рановый. Ну, я только что вынул. Yes. Осторожно. Горг, следи, как я играю, и говори мне мои ошибки. Ты просил по ХП. Это не считается за ошибку. Ты медишник, стоишь против рейнджика и, блин, противнейший, да? Он ждет Ешку и потом, короче, это... Блин... И он 400 ХП. В принципе, пофиг кого убивать. Даже проще убить Легион, потому что она медленнее бегает. Но она умеет сбрасывать все эффекты, у нее пух ХП нет. Колду, может, мне все-таки я буду максить? Ты не качнул-то, ё-моё. Леп, анжур. Чё я не качнул? Блять, лол. Хуйня какая-то. Теперь не надо, Колду. Такая Альгинка задротится, 340 дуэль выиграл. Yes. Of course. Гок, а ты их крипс ответишь? Не, просто интересно, насколько я в нее просаживаюсь. Походу, я очень сильно крипов надеюсь, наверное. У меня очень мало крипов. Надо эту добить. А, не добьешь. Во-во-во, начинает нарезать. Люблю Десла. Че, да че у тебя есть? Тебе сапога не хватает, они все быстрее бегают, а ты не догонишь. Блять. Какой-то не очень умный. Хотя, ой, сейчас зайдет. Лоу. Лоу, Бристл? Как нам? А, да, сори, народ. Ну мы его убили. Это как бы. Мы его убили, как бы. Вы не следите за игрой и... Все из-за вас. Тренер не следит за игрой. На самом деле просто Горка не следит. Плюс один Горка мог бы подсказать. Что-то нам нужно здесь вообще, Горка? Я всегда подсказываю. Мы тебя наняли. Вот сейчас Винга умрет. Не, не умрет, я далеко слишком. У меня ботинка нет. Тут мид выигранный. Однозначно должен выиграть. Ааа, я днарь. Блять, слово грейп забыл. У него стоки слишком много урон, я не могу нормально сразу. Ну, просто не давай ей подходить, Армин, хотя у нее... Блин, на самом деле у нее даже не особо много урона, но у нее как-то... Она, ну, анимация, что ли, быстрее, либо она позадроченная, то есть. Она вкачала с пассивку. По максимуму. Она, у нее 4 уровня в пассивке. Как не 4 уровня? 3 уровня. Короче, уже? Не вернулся. Я думаю, когда... Да, Бристл ушел с бота, но не... У нее один уровень... Это бумеранги, один... Один уровень усталости. Нормально. Я бегом. Я, еще и пассивка не прокает, короче, и я очень по мане просел сильно. Бывает.
этапе убивают. Takes one to shoot one. Ой, мне ганг пришли. Бля, чё покупать террор блейд? Уходи просто. Yes. Так, а это настоящий, прячь его в астрал и всё. Прячь в астрал! Ты умрёшь всё равно, ты как-то очень странно сыграл. Подошёл к нему, подошёл к нему. Хлеб, я его хлеб, я не очень мысль. Да, Глеб, это иллюзия. А вот это настоящий, вроде. Ты бутылку покупай сейчас? Чё ластки-то забираешь? Какие тебе ластки-то там? Иллюзия. Не, иллюзия, которая ластки считает. Хе-хе-хе. Может, беру эти, я на беспога. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты морфос-то чё не врубил? Да, его просто там. Очень неправильно, Глеб. Да я знаю, блядь, что... Ну, ты морфос, он был сразу кидать и нарезать, надо не успел бежать. Есть какой боевой диван. Line of sight. Ты херачих? Их нет, чем тебя зацепить. Пара играть пока это фасотка. Да у него нету. Херхиай. Так, на топе что там? На топе. Лунайсер. Да. Сейчас заганкает меня, наверное. Так, вот теперь надо хиляться. Я тебя спасу. Прэш. Прайсер? Это мне по себя спасти. Блин, я настолько ни о чем по вас хитам, я что-то офигеваю. У меня целых два. А, можно эту принять. Стоимость? Ну так, да. Не примет. Вот. Паночку. Ой. Ой, блин, ну нет. Брисел ушел, кстати. Да. Да. Да ладно, ну не серьезно, ну реально, ну чуваки, ну пожалуйста, ну. Ладно, хоть одного. Пиздец, блин, вторая, на 80 хп ушел. Сука, пидор гнойный, да. Вот так все хорошо сделал. Брась. Ох, ничего себе, неплохо, неплохо. Молодцо вообще. Хорошо, хорошо. Первый кинь. У меня как бы маны 0 теперь. Ага. У меня осталось 200 голды до арканов. Ну что, я Миканзу возьму? Можешь. Больше некому. Победится. А почему? Ух ты, чего тут? Хорош, хорош. Ну, только если какой ликантроп, я не знаю. Пойдем, что там Бриша, Бристл? Бристл, он заплюет и кидает. Да, есть что, если нет. Аруна где? Слышишь, я вот не помню, моя ульта на башне действует или нет? Нет. Не действует. Так, ща я возьму трудно. Кажется, в 2-3 докупил. Так, дайте пожрать дам. Спасибо. Он же Сларк, ой, Сларк, он Дазл. Дазл, но все равно просто так культу кидать, ой, вышку. Я могу с инвизом на бот зайти. Убьем? Давай. Не, на самом деле, мне вообще добить пару крипов. Сейчас начнем. Ой. Хлеб, умрешь. Ну, черт с ней. Хотя, он сейчас... Нет. А я выбросил все равно. У него спина не прокачана них. Да блин, да. Его сразу прячешь и в астра. Так режа нет, блять. Он быстрее меня. Логично. Блин, за что я тут, блять, сука? Очень бедно пиздец. Сейчас соединяться там. Не убьешь ее, скорее всего. Вот теперь. Она может ульту дать. Да я уйду, блин, я просто вышку. Ты пока арбу не прокачаешь, не дерись. Я знаю. Чего тебя вообще? Чего у меня тренером звали? Я тебя оставлю пока. Угу. Тренеры еще будут учить как играть. Как. О, примешь! Да, нет, не примете. Аурик. Без армов вы не примете. Все, 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 наверное. Что ты хочешь? Бим слабый стал. Там курица, не знаю. А, ты хочешь, ну на подай. Сам, блядь, играю, или мужик, сам из... Что-то, что я... Снайпер там будет соло. Ты, я вообще снайпер не соло плохо отвечу. Нет, нет, не блядь. Сверх гнищный, на самом деле. Вообще пиздец. Есть такой предмет за 135 голды.
Который сейвит от Брисла, раз он... Это что такое у меня напало? А, это Варлок. Ты можешь, кстати, побольше сейчас пострелять с этими своими. Ой, хорошо спрятался-то как. Тут что? Я сейчас пойду в мид или не стоит? 3 секунды. На мид. Рано пошел. Сейчас я дам тебе манки. Ой, это и... Тангусик. Ну я на фидл, короче, мне стыдно. Против луны это вдвойне стыдно должно быть. Миду. Ну что, врываться надо, убивать. Так мне ганкали. Или контрол. 1-1 мне не отдавался. А мне никто не ганкал. Блядь, контрол пиздец. Зачем ты здесь вообще стоишь, если ты ничего не делаешь? Ну так. О, да. Все интересно. Варлок. Шоу. Ты даже не утянул в него? А зачем? Хотя. Ты знал, что он умрет? Забрал этого еще. Все, Джеймини. Так. Он Глебанский бежит. Ну и Глеб Юштовар. Ха, я и Дазвика. Ой, Дазвика. Пифа. Вставайте. Ой. Я его не убью, кстати. А, во. Ло, так, пулю завернул, красиво. О. Будет замедло? Ну. А если я пингану, интересно, вы видите, как я пингую? Нет. Сейф. А, вид. Ну, это too easy. Несите второй тайр. Ну, ща крипсы придут. Я стримаю, если что, бьет это. Глеба еще сок там будет, Марк, глаза. На мид, ко мне подъедь. Блять, он у меня эту хуйню навесил, сук. Ну и чё? Так бутылку, банку сбили. Вот так, есть, он хиляет. Бззап! Воля таркана. Ну не подставляйся! А чё у меня так бьёт-то тавер, блин, я не понимаю. Потому что ты дохлый, у тебя не тарк. Так, блядь, тавер почему меня бьёт, блядь? Тут куча хрипов, блядь, и три героя его против ему стоят. Да перенаправь, ёпта, чё ты? Можно что ли? Оп, вингу. Опа! Хороший сейф ульта есть? Да, я не очень умный, да. Да, Герой, внимание у этой легионки уже. Смотри, они еще не смогут. Я думал ульту навесить поверх, а потом оказалось, у них легионка нет. Короче, пора сваливать. А, вот. Да, я умерся. Ходим, это... Странная легионка. Не, на мед. Ну я глупый. Я думал, у меня ульта просто есть, я убью потом. А у меня оказалось, ульты нет. Блин, там потому что она сама белая, блядь, и фон обилки на КД белый. Господи, а нихуя ты не можешь видеть? Блядь, они мелкие в центре, блин. Я вообще смотрю, блядь, на игру, блядь, не на... Побилки снизу. В лоле и тот цифр меньше, и скиллы меньше. Ты в это говно еще можешь играть. Да. И выигрывать, да. В отличие от тебя. Все у вас там, вас сейчас понесут. Ой, умирает. Дазл, живет. Офигеть. Курат. Кура, мне верните, пожалуйста. Да. Она тоже живет. Зазвук, конечно, у меня ульты нет. Они лохи, они могли спушить тавер, они не спушили. О, лови. Замедло? Ну, и? Замедло? Ой, на мид ты такой фиговый, честно. Иди нахуй, а. Ну, плюс один. Замонал. Ну ладно, я на Старладере не играю, все, извини. Чего? Я на Старладере не играю, мне не дано. При чем за Старладер? Чего вы конечно за Старладером приедете? Блять, играй на том герое второго раз в жизни, успокойся, а. Аврик, ты вообще у нас, кто там, чемпион Беларуси в первой доте или как? Было дело, но я в нем был чемпионом. Ну вот ты здесь, ой. Все, я ж тебе не понтуюсь тут, блядь. Я тебе тоже, я хоть раз с Старладер говорил. Ты просто, понимаешь, бля, внесите, внесите огнетушитель в зал, пожалуйста. В том, что ты пиздишь 24/7. А что мне еще делать? Давайте, может, пропустим что-нибудь, кроме медания. Я сижу, смотрю игру, что мне еще делать? Ну так и смотри. Давайте игру, не заберем. Надо комментировать на мид, прочее. Мы не сможем добавить? Легионши нет, мы легко можем Т3 ломать. Легионша же здесь, или она что вернула? Легионша в бату была. Опа, цепляю луну. Она ушла. О, тихо. Выходим. Не успей. Хотя крест начал, видишь, молодец. Все, я вон, меня слопнул. Ты уже добивал, Глеб. Смысл, ты смотришь, не убил. Лол. Легионша внезапно. Блять, у нее блинк-даггер?
Ну вообще у него давно. Уже говорил, очень давно Глеб, у него Брингдагер. У нас все 9 левел. Это проблема небольшая, на самом деле. У меня 20 урона настакано. У меня 9 левел. И всего 37 крипов за 15 минут, это просто позорище. Вашего мидера 9 левел. Ну, бля, Горг, все. Да ладно тебе, Намид, ну... Ты чё, я-то... Ну, я что, отрицаю, что ли, что я насосал? Да нет, ты не насосал. Просто оверкил сделал один в один. Ну, хотя бы, ну, ладно. Блин. Вставать ульту в одного человека. Ну, блин, а когда мне было применять еще-то? Ну, да. Не знаю, короче. Я тоже мало играл на АД, а когда играл, то плохо. А я первый раз, он мне, по-моему, пизд... А, стоп, не, этот... Я бегу в бот. Я не знаю, зачем я портаюсь, на самом деле. Наверное, кто же дебил. Опа! Поворот. Кто там? Этот, Ивлагрил, и... хуёвый. Ой, ё-моё, как больно. А как он там оказался? Спрингдаггер. Убиваем её. Так, ну он отъехал. Как этого убил? Ну не успел, сука! Снайпер, хаву. Я щит надо. Хоть сутул. Не успеваю я на себя накинуть крест, блин. Тут башня, интересно, в кино. Так, хорошо, теперь я ганим будем себе. Тайпана не нужна. Чё? А чтобы тут авера нет, вообще. Чего? Крипы барахтаются. Какие-то слишком профессиональные дотеры пользуются. Что ты? Там крипы бараки снесли. Причем оба. Вы же ни одного не снесли, правильно? Я снес фамилии барак. А, молодец. Там поэтому люди и умирали, потому что я вместо драки стоял, просто хэчил барак все это время. Красава. Инфраструктура это главное, Глеб. Objective Gaming все дела. Угу. Зато у меня пассивка полезная, короче, вот я придумал вообще. Да, молодец. Да там у тебя в целом герой отличный. Ну я знаю, но... Ну пассивку применять скилла не нужно, поэтому я молодец. Никому не нужен курица. Мы можем на самом деле сиджить все спокойно. Легионш! Ну она на меня опять прыгнула, да? Плохо. Бьем легионш или нет? Ну если ты... Я могу ульту тупо дать издали, и все. Не, не надо. Нам вместе позвонить. Есть такое мнение. Да. Your top tower is under attack. Snipe hunt. Можем в топе последний внешний тавер забрать. Можно заганкать луну в миде. Луна в левел выше, чем у меня. Выбирай сам. Просто пиковать некому, блин, инициирую. Он взглядит? Люблю джангл за снайпером. Я иду, короче, по топу умирать, вот. Го по топу, ладно. Я всегда хоть, когда вижу кучу крипов, хочу запустить себе ешечку. Глеб, го на топ. А? Ты можешь сплит пушить бот, ладно, пофигу. Блин, вообще, это, напомните мне потом. Заебал. Напомните мне потом значки на мини-карте большими сделать. Угу. А то я забываю. Мы еще одну играть? Ну можно, я не знаю, я не против. А здесь это. Я-то всю ночь сидел. Много, да. Они все пропали с карт, а вот они. Неплохо. Луну. Я боюсь. Ну, может убивать будем как-то, ну так. Ради разнообразия. А, блин.
3-3-3! Ой, какой молодец, а? Как я хорошо, мне фурстав применять. Умрёт. Я считаю, я зарешал. Ну да. Применять фурстав. Я чё-то слишком далеко убегал, на самом деле, от Брисла, мог раньше развернуться, но ладно. Безопасность превыше всего. Я же сейф лейн керри. Безопасность превыше всего. О, ошибается, по-моему. Не Хекс играет, да, наверное, сейчас? Не Хекс, да. На Лебланку хотел сказать. На Лебланку. Да на кого угодно, на самом деле. Можешь не получать урон, ну так, для разнообразия. Ну да. Ну, серьезно. Но... Замонастить слишком не трудно. Я тебе, блядь, ману исполняю, Аурик, не жалко? Нет. Если я просто так еще бы получал урон, а так ты меня хиляешь, еще ману исполняешь. Я бы дальше не шел, короче. Не пойдем. О, я пойду, короче, этих зафармлю. Мне действительно нравится у него, что у Дазла очень высокий показатель. Ну, когда ты их зафармишь, то я буду фармить. Посмотрим, кто кого перефармит. Начинается. А-за-за. Спорим за стиль на мид. Ну, два из трех нормально. Я большого зато взял. Но все равно больше получил, наверное, сами. Черт знает. Сука, но у меня в сумме 110 получилось. Там 150, по-моему, минимум за одного. Большого. Я черт его знаю. 140 минимум. Гон. А, чё куда собрались? Метрос пусть на мид берет, наверное. Меня убьют один раз, убьют второй раз тоже без проблем. Если я подставлюсь. Так это чё, ребят, вот. На мид. Ой, я, у меня 5-7. Я считаю, надо мне, брат. У меня ж 5-7, я мейн кэрри, бля. Ребят, Роши, коня. Ну, я послушаю этот момент, если честно. Ну, под ней я один это послушал. Да, вечно забываю. Иллюзии, да, Глеб, давай. Покажи ему, кто здесь начальник. Чуть хп не слабо, это что за говно? На миг назад так спалились. Охуеть спалились, это не цель этим файт. О боже, почему они умирают? На мид бери. Глеб, на мид берет. На мид подойди поближе, пока Глеб не взял. Молодец. Я тогда случайно взял, да? Гоу в бот. Или может топ задашь. Нет. Блин, бот-то тоже запушен. О, легионша, ребят. Паниканется. Ну или хуё в жопу берёт. Нас топ запушивают. Ну, он сейчас вернётся, ага. Скорее всего. Давайте бот просто быстро понесём, может быстрее понесём. Ну да, по идее. Особенно с хаулем. Чё-то как-то рано хаул, на самом деле, блять, нам щити идти. Нормально, крипчик всё зафармить. Я опаздываю. Блин, где пассивка? Почему она не попадает? Можно товар добить. Лол. Я опять опаздываю в тимфайт, отлично. А, так мы не влетаем. Сражайтесь. Всё плохо. Что ты ее сейвишь? Да, ну, чтобы она сюда стреляет. Она с бока это была. Блин, на эту убивать надо. Надо прятать я Брисла! Он просто бегает, ничего не делает. Я даю Влади. Бич! Ты вон богов превосходишь, нормально. Ну, курицу, правда, потеряли. Ну, курумы так-то послали. Ну, охуеть теперь. Опять я зарешал. Да пофиг. Аурик, да только ты решаешь. Угу. Ну-ка, интегратка мне реши. Да, где мой намид с моим... Ну, бля, прости, проебал ты намида, короче, всё. Намид потрачен. Просто по КД. Даже не выйдешь, намид. Где ты, намид? Наивная такая, слышишь? Хилл.
плохо. А я вот так, опа. Зефир, теперь бронирован. Как про. У меня нет маны больше. Все. Ладно. Изи катка. Изи катка вообще. При этом надо было всегда в файтах Брисла. Он инициирует, его толком бить-то и мы не можем из-за того, что у него этот Blade Mail, ну и плюс эти. Ну там просто это что-то, она вроде тоже, она же с этим. Ну мы ее убивали легко. Еще показалось, что у нее был этот включен. Blade Mail. Enjoyment of the match. Very high, бля.